Перед началом процедуры Наталья Стульнова, начальник отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа, опустила в специальную коробку талоны с номерами квартир. В этих конвертах у нас находятся те квартиры, которые у нас тянут наши граждане. Они разделены по группам, подобраны под квадратуру, по которой ранее люди у нас занимали жилые помещения, и сейчас мы их вызываем, они тянут, тем самым им достается то жилье путем жеребьевки, в котором они будут проживать в дальнейшем. Одно-, двух- и трехкомнатные, всего 56 квартир. То есть 56 семей совсем скоро улучшат свои жилищные условия. Адрес нового дома — улица Лесная, 5. Это в районе шахты Амурская. Дом построен у нас компанией «Турмалин». Он состоит из 4 этажей. Квартиры практически все больше той занимаемой площади, которую ранее занимали у нас граждане. Программа реализуется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и действует уже на протяжении 5 лет. Очередной этап заканчивается в сентябре. Дом будет введен в эксплуатацию до конца года. Документы мы собрали там где-то 2 года назад. Вот. Нам сказали, что в 2017 году. И вот случилось. 50 лет прожили в одной квартире. Вот дождались, не знаю, дождались или нет, дадут нам квартиру или не дадут. Сидим, ждем. Вот. Ну, теперь, наверное, уже дадут. Да? Надеюсь. Да. Дадут, ну ладно. Ну, вот остаток жизни проведет в комфорте. Да, хорошей квартиры проживу. Сама процедура жеребьевки ничего сложного из себя не представляла. Но волнение получателей квартир было заметно. Волнуюсь. От чего волнение? Предвкушение жилья. Долго ждали. Сейчас ждем, когда вызовут. Так, Лесная, 5, квартира 29, 46,3 квадратных метра, первый этаж. Пожалуйста, проходите, отмечайтесь. Скажите, вы довольны? Еще бы. 8, если я в бараке жил 58 лет. Так долго ждали этого. А сколько много? Ну, долго. Ну, сколько, 10, 20 лет? Мне уже 40, так что 40. Я всю жизнь в бараке прожила. Да? Сколько вы ждали этой квартиры? Я не знаю даже сколько. Не знаю даже сколько. Ну, долго. Ну, вы довольны результатами жеребьевки? Конечно, все, очень. Комнатные квартиры закончились, теперь. А сколько у вас в семье человек? Сколько там человек будет жить в новой квартире? Четверо. Четверо. А кто? Ну, 2 детей моих и брат. А, понятно. Паровозная 11, квартира 8. А как мальчика зовут? Евгений Евгеньевич. Евгений Евгеньевич. Евгений Евгеньевич, ты доволен? Ну, судя по выражению лица, да, очень доволен. Но больше ему понравился наш микрофон. К сожалению, его нельзя по жребию выиграть. Спасибо. Только за этот год по программе переселения из ветхих и аварийных домов дано в эксплуатацию 180 квартир. За предыдущее время, а программа действует с 2012 года, примерно по 200 за год. Нетрудно посчитать, что около 1000 семей стали обладателями благоустроенного жилья. И маленький новосел Евгений Евгеньевич никогда больше не узнает, что такое жить в бараке. Александр Наточев, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.